По уверению федеральных специалистов, ноу-хау, внедряемые в Ульяновской области, зачастую первые в России. Они касаются не только документов, законов и прочего, описанного в эко-послании губернатора, но и обращения с твердыми бытовыми отходами, с самой, пожалуй, объемной и опасной ее частью – хвостами ТБО, то есть с тем, что остается после сортировки. Раньше эту массу просто закапывали. В Ульяновске из нее научились извлекать пользу. Такого масштаба документы стратегического уровня, как доктрина, как само послание и те задачи, которые сегодня были губернатором обозначены, с таким подходом редко кто работает. Нам это приятно и слушать, как экологам, но у нас есть уже задача, мы уже сейчас проговорили, что те решения, те инициативы, которые сегодня губернатор выдвинул, мы будем тиражировать в другие субъекты Российской Федерации. Документальная часть породила фактическую. Сегодня на Боратайской свалке воздух чистый, да и пейзаж совсем другой. Прямо под нами сейчас тысячи кубометров мусора, которые перегнивают и готовятся стать экологически чистым техническим грунтом. Легкий запах гниения доносится только из этих труб, но он почти не чувствуется. Здесь формируется экология России. С этим, казалось бы, громким заявлением согласны и специалисты. Место переработки отходов в грунт посетили региональные и федеральные чиновники. Как раз здесь мы с вами находимся на объекте, где отходы обрабатываются таким образом, что путем смешивания, путем применения технологии биокомпостирования минимизируется негативные воздействия смешанных отходов, и буквально в течение 2,5 месяцев они дозревают до формирования технического грунта. Мы сегодня уже побывали на одном из объектов мусоропереработки, убедились в том, что действительно целевые показатели на сегодняшний день достаточно эффективно выполняются. И в целом я хочу сказать, что регион демонстрирует успешное выполнение всех федеральных проектов, которые реализуются на территории Ульяновской области. Специалисты компании, применившие уникальную технологию, рассказывают о ней с гордостью. Их можно понять. Попытки биокомпостирования в России были, но успеха смогли достичь только в Ульяновской области. Мы сейчас находимся с вами на объекте, который когда-то являлся, если посмотреть на схему, просто полигоном. А сейчас объектом по обработке отходов органических, прошедших первичную сортировку, и с целью дальнейшего уже не захоронения, а получения технического грунта, который можно использовать для рекультивации как отработанных карьеров, полигонов старых, ну, соответственно, не используя первичные ресурсы. Технологию разработали российские ученые по заказу ульяновского регоператора. Что еще будет сделано в плане сохранения и восстановления природной гармонии, можно узнать, ознакомившись с экологическим посланием губернатора Ульяновской области, которое вы можете посмотреть на Улправда.ру. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды.